Всем привет, с вами снова я, Зазепа. И это ROM 2 Total War. Уже какая, 14-я серия. Воюем мы тут с царскими скифами, насколько мне помнится. Из предыдущих серий. Так, а вот где вот они, я вот уже немного припомнить не могу что-то. Надо взглянуть на карту. Дипломатия. Собственно. Ну давайте вот эту Силезию до конца уже дожимать. Это региончик. По деньгам у нас тоже вроде все как неплохо пока обстоит. Ага. Ну вот сейчас вот этими войсками тут и ударим. Ага. Общественный порядок опять же, да? Пища минус 4 будет. Ну ладно, давай. Вот это давайте перестраивать. И ты. А, по-моему, из предыдущего хода. Я понял. Так, а что у нас там снизу творится? Рим вроде как нам пока не мешает. Это кто? Это Македония. Македония тоже не вредит. Арвегны. Вот с этим надо разобраться. Где они там, эти арвегны? Так, ты здесь. Ты уже ходить не можешь, да, приятель? Я тебя сочувствую. Так, тут этих пацанов мы уже дожали, да? И тут у нас вроде как все неплохо, да, пока что обстоит. Угу. Ну, с этим я цапаться пока не хочу, ребятами. Вот этих вот надо немного выбить с наших земель. Ты там что, нанимаешься, что ли? Общественный порядок нормально. Ну, значит, нанимайся. Спешить нам пока некуда. Так. Вот эти будут наступать на Белс со следующего хода. И давайте, знаете что? Так, ну количество наемников мы пока сократить не можем. Если только вот так, как-нибудь. Нанять кого-нибудь сможешь? Нанять сможешь. Угу. Ну, уже плюс. Да, я думаю, хватит пока нам на тот ход. Так, наш шпион уже тут. Кто? Торговать с нами хотите? Давайте. Торговля-то полезна. Так, и здесь они тоже уже войска скапливают. В городе Немес. Ничего, разберемся. Не впервой. Сейчас еще отхапаемся пол Испании там. Вот будет здорово, да? Вот только там с верхних земель надо наемничков немного подубрать. Я вот не помню, есть ли они там, не есть. Так, здесь нету. Общественный порядок тоже вроде как пока в порядке. Угу. Ну вот и сиди там. Ты давай. Так, ну не сюда. Хотя бы сюда и будешь нанимать еще людей. Пока они там подойдут к нам. Так, ну конницы у тебя, блин, я смотрю, в основном нету. Лучников у тебя нету, кстати, подожди.
Давай. Давай вот так. Лучники — это дело полезное. Если что, можно будет и наемника взять, да? Так, ну римляне с нами торгуются, если надо взглянуть на карту. Что у вас там, Рим? Ну, торгуем и торгуем. Военных союзов мы с ними пока не заключаем, и навряд ли будем, просто захватим их и все. И дело с концом. Давай, подходи. Кстати, вот насчет тебя. Тебе вообще, ну, желательно лучников тоже каких нанять. Так, хватит пока с тебя. Тебе что я порекомендую? Зайди в город, ты тоже нанимайся. Так, конница. Да, давай конницу. Наемников может распустить так. Я так думаю. Было бы неплохо. Да, давай. Распустить. Они просто сжигают очень большую часть нашей экономики. Я считаю, что они пока нам не нужны. Так. Этому нанимаемся. Этот пока здесь тоже пускай нанимается. Блин, ну да, у тебя тут большое количество наемников, однако. Что тебе? Ну, у тебя конницы дофига. Этих дофига. Давай, знаешь кого? Вот это, конечно, крутые пацаны. Почему бы и нет? Ага, я понял. Нет, давай тогда вообще окопайся. Не, окопаться уже не сможешь, да? Ну тогда все. Что у нас тут? Здесь мы нанимаемся. В принципе, общественный порядок тоже тут в порядке. Ниже стать не должен. Вот и все. Можно завершать ход, я думаю. Сейчас денежек подкопим. Что-то там Рим сейчас мутить будет, нет? Я думал, предложение какое-нибудь кинет нам там. По сути, мы могли бы сейчас его очень просто дожать, так, этот Рим. Да, и, кстати, смотрю, я неплохо так что тут подвел войска. Несколько отрядов, кстати, сразу. Из чего можно будет и наемниками их взять. Кто это? Вступить в войну с Римом? Хера мне это надо. Ребята, мы с вами торгуем. Оборонительные, торговое соглашение. Ладно. Рим, извини. Так вышло. Ну, территории побольше станут. В принципе, неплохо. Их тут тем более все равно сейчас зажимают. Угу. Тут там кого-то ранил. Ой, блин, я ж не тех нанял, пацанов. Давайте что-нибудь для культурного роста построим. Это деревцо. Так, вы захватываете город вот этот вот. Ага. Ну, авторасчетиком. Почему бы и нет, да? 93%. Давай. Все. Отхапали. Оккупируем теперь.
сносим вот это вот все и ставим что-нибудь для общественного порядка. Что это? Так здесь может так неплохо добываться, да? Блин, вот по пище здесь жалко, ничего такого нету. Голодные хая такие получаются у нас тут, да? Так, это мы захватили. Это царские стифы. Это все еще царские стифы. Ну что, будем продвигаться тогда. Так. Насчет вас, ребята. Да, три войны сразу веду. Вот здорово, да? Подожди, где там чувак? Он, я видел, там свалил. Давай тогда, может, таким уже шагом. Сюда ты уже не пройдешь, да? Зато пройдет твой друг. Ну вот, со следующего хода. Так, ты пока разведай тут еще побольше. Что это? А, показалось. Угу. Так, ну, римляне. Вы, конечно, меня простите, что так вышло. Но так надо. Давайте авторасчетиком их. Все равно их там мало. Нормально. Все, Рим захвачен. Давайте посмотрим видео. Колизей. Так, ну чё? Вино, но это пища минус 8. Чё за бред? Вольтера, ты где там? А, ну я понял. Общественный порядок. Общественного порядка тут пока не наблюдается. Рабов? Нет, давайте уже дадим. С рабами мы потом разберемся, да? Войска там наши подхилим немного. Не, ладно, не буду пока этой хренью заниматься. Ну, следующий город за Римом будет Неаполис. Так, с македонцами у нас все на ладах, да? Этих тоже пацанов. Все нормально. Тут вообще все процветает. Процветает же? Должно процветать. Так, а что это здесь? С общественным порядком. Не, все нормально. Все хорошо. Здесь городишко тоже вроде как отстраивается. Ну и пускай отстраивается. Так, я по карте вот хотел все посмотреть. Царские стифы. Мы же сейчас не можем продвинуться еще дальше. Потом можно, кстати, будет отрезать германцев.
Они вроде как нейтральны к нам. Ну раз нейтральны, то пока не нападают, не создают проблем, то и не будем, так сказать, лезть на рожон, да? Конец хода. Так, кому-то мы там навык не присвоили. Тебе? Да, походу тебе. Ну, давай, что ты там можешь хорошо. Матрос. Натиск. Давай на вот этого сделаем. Ты ж пока воюющий вроде как. Все, ну эдикта я пока сдавать не буду. Хотя стоило бы там, по-моему, в некоторых провинциях это сделать. О, Рим приплыл. Но они же сейчас ни хрена не сделают. Кто? Мирный договор? Нет. Вы сами, блин, на нас напали, насколько мне помнится. То есть я с вами вообще пока не хотел воевать, у меня в планах не были. Ну, не надо было начинать войну. Кто это? Сиракузы? Дети ваши сиракузы. Не, с сиракузами мы, по-моему, в хороших отношениях. Нет? Серьезно? Кто требует стать корнуты? Слушайте, корнуты, что-то вы от меня очень многого хотите. Мне кажется. Ладно, хорошо. Будет вам. Кто? Насамоны. Где эти Насамоны? Армения, Карфаген, Македония. Насамоны. Я даже не знаю, какая у них там территория. Бля, ну ребят, вы, конечно, помогали мне, блин. Ай, ну давай уже. С ними вступим в войну и с этими. Что-то дофига войн у нас получается. Уже сколько там? 5-6 войн, да? Мы вроде как пока держимся и выжимаем их тут как можем. Так. Так, давайте с Италией пока разберемся. Хера себе, там, блядь, общественный порядок. Такой нормальный, да? Здесь что-нибудь нормальное могу построить. Пища, общественный порядок. Вот это вот хорошее. Вы что здесь делаете? Захватим, пока они там думают. Рим-то, я думаю, у нас уже обратно не отобьют. Я надеюсь. Все, оккупируем. Подобрали пока немного опыта. Ходить-то ты больше и не можешь. Это хорошо. Угу. Ну блин, опять же эти два святых места строить слишком растратно для нас. Это Рим? Серьезно? Захватили тут все. К ним эти прибыли еще.
О боже. Ну ничего, отобьем, я думаю, как-нибудь, да? Эти с этими воюют. Сиракузы. Ну, господи, сиракузов захватим. Критично. Так. Что у нас тут? Подводим войска. А ты обычным шагом иди. Не, ладно, можешь походным, чтобы уже со следующего хода достичь цели. А буду тебя потом переключать. Разведаем пока. Что с нами не будет, да? Эти отряды, они ждут, чтобы тех захватить, короче. Поэтому их пока я не распускаю. Или не перевожу там на другие точки. Так. И вроде как еще с вами не закончили, да? Наемщиков может сократить, как думаете? А, нормально. Восстание тут подняться не должно. Все, давай быстро их уже там выжмем. В самый край перейдем там. Как говорится, от и до. Вот здесь надо полководца посадить еще одного. Потому что не хватает. А тут могут начаться серьезные замесы. Собрать войска. Так, подожди. Это сюда. Я хотел... Блин, подожди, технологии. Да, это технологии. Я забыл, как нанимать этих полководцев. А, подожди. Нанять агента, собрать войска. А, восстановить наследие нечего особо. Ай, блин, у меня же денег нету. Вот это реально плохо. Ладно, конец хода. Все у нас будет окей. Суть, Рим заняли опять. Ну ничего, еще раз отобьем. Поспешила тут городишко захватывать. Так, ну мы сейчас с Рима хорошие такие баблища получили бы. Ну эти пацаны верно следуют за нами, так что... Я считаю, что я хорошо торговля. Это... А, торговать с нами хотите? Господи, пожалуйста. Это вы, кстати, мудро поступили. Ну и вы тоже мудро поступили. Нахрена мне с вами воевать? Так, у нас какие-то новые технологии доступны. Давай сначала с технологиями разберемся. Желательно военными. Так, ну вообще я хотел гражданские постройки. Середион, стоимость строительства. Подожди, ну это культура. Меня общественный порядок вообще так еще интересует. По-хорошему, если брать. Ой, давай это уже качнем. Что у вас по войскам? Войска у вас топовые, да?
А если я так сделаю? О, 76%. То что дальше будет? Ну, представь, что мы отвоевали обратно Рим. Ну, вот и ты получил, да? Заслуженно. Ну, Рим захвачен, это мы уже смотрели. Блять, они тут что-то опять перестроили. Нахрен мне ваши помойки, блин. Убирай все вот это. Вот так вот делай. Еще этих гомиков надо выгнать отсюда. То есть уже сейчас народное восстание встанет, блин. Рабы, блин, делают новых рабов. Сами, блин, причиняют себе сложности, не знаю там. Так, во, кстати, по поводу расширения земель. Так. Так. Давай, разомнись ты. 97. Везде одинаковое число, в принципе. Ну, собственно говоря, я купирую. Что у нас тут в этой деревушке? У нас тут золото, да? Значит, сделаем тут общественный порядок. И земледелие. Золото пускай так и остается. Золото, кстати, денег стоит. Зато пищи будет много. Если будем колхоз Победа строить. Нанять отряды. Так, кого у нас мало? Мечников достаточно. Вообще конница нужна. Давайте. Таких и таких, да? Наемников у тебя там особо нету. Так, все, ты нанимаешься. Здесь мы уже вроде как походить не можем. О, Стифа. Как же я мог про вас забыть? Тут их там что, уже оккупируют, что ли, или что? Не понял. Ну-ка, ну-ка. Интересно. Вы кто? Амазонки? Причем есть амазонки у царских стифов? Что за бред? А ёмки с дротиками. Какие-то, блин, дротики, копейщики. В доспехах. Да, ну это я смотрю, так крутые пацаны, да? Давай-ка сделаем вот так. И сделаем. Подожди. Стой. Один. Два. Конные лучники. Магадёга. 280. Ой, короче, всех по одному наймем, да? Посмотрим, что они из себя представляют. Даже вот так сделаю. Просто потому, что я могу. Блин, если они сейчас захватят, то придется мне этим объявлять войну. Ну что, я заляпёкся, что ли, сюда? Давай, блин, наймем тебе тогда тоже. А вообще, давай знаешь что? Давай не наймем, а подведем войска. И даже сделаем вот так. Все, ну что, на нас пока нападать не будете. А там уже и наемничков можно будет себе взять. Почему нет?
больше, пожалуйста. Что-то, по-моему, я все равно что-то еще не досмотрел. Вы кто? Македония. Вы кто? Скардисты какие-то, сосисты, короче. Че, давайте, может, налажу добрососедствие. Такое. Ну, давай, не хочешь? Понял. Все, конец хода. Не хочет он с нами торговать. Тоже мне царь, барин. Йо. А, ну спасибо, ребята, рабов отогнали мне тут. Хорошо, что хотя бы город не захватили. Теперь, короче, Рим это не Италия, теперь это Англия. Понятно? Не понял. А как это так? А ну-ка давай-ка поближе к городу. Ретрит сделаем. Так, Массалия. Как они так мимо нас прошли? Через Массалию. Ребят, что-то вы попутали. Айо, они через тех пацанов прошли. Тут я думаю, что-то не то, блин, вообще. Так, эти пацаны ходят наши, союзники. Вообще хрен пойми, какие-то пальмы у них там изображена. Продолжаем. В общем, побили их тут. Отпустить пленных. Ой, хай катится хлебушком. Блин, ну, ребят, вы меня так прям под носом отобрали. Это было, ну, блин, нехорошо. Что ли, с вашей стороны? Где я буду? А, я понял. Я понял. Начался бунт. Сейчас бунта не будет. Мятежная армия. Все. Убиваем, короче, нафиг этих пленных. Одних мы отпустили. Ну то не наша территория. Вообще этим должны были распоряжаться не мы. Что там делать с пленными? Так, это так строим. Для общественного порядка у вас там вроде что-то есть. По пище у нас тоже вроде есть. Что по войскам? Давай, знаешь что? Максимально ужмем, так сказать, наши отряды. Угу. И, короче, наймем еще пацанов. И, короче, ребята, сейчас мы, походу, с вами воевать будем. Вы ведь не возражаете? Если мы так с вами поступим. Well met, friend. Satan, let your words move me to anger or agreement, as you wish of them. Да, мы, конечно, хорошо-то посражались вместе, но, как известно, это ничего не значит. Вы отобрали у меня победу прямо под носом. Следовательно, вы недостойны дружбы со мной.
Ох, ё. Не-не-не. Подожди, подожди, я пошутил. Так-ка снимем осаду. Снимем осаду. Все, укрепимся тут, короче. Будем сидеть ждать. А еще лучше, если мы подведем войска прям туда, к ним. Так сказать. В гости. Так, ребят, что-то я тут, по-моему, хотел отомстить кому-то. Что-то у меня не получилось. По-моему, мы сейчас эту проблему должны вроде как решить. Да? По крайней мере, с этого хода. Блин, как... Извиняюсь. Аж подавился. Ой. Сейчас же они наш город захватят. Черт. Ублюдки. Подожди. Тут у нас еще один. Что-то, походу, сложно сейчас будет. Так, ну рабы не на нашей территории. А, это мятежники. Мятежники, мы сейчас с ними расправимся. Свалили уже. Ну, давай ты уже дожми их. Все, минус мятежники. Это было изи, если что. Убиваем. Чтоб не бунтовали. Схема рабочая. Так что... Переживать не стоит. В Риме тоже общественный порядок падает, и в Неаполисе. Хотя в Неаполисе должно быть все хорошо, по идее. Да, устроили мы тут глобальную войну, так хорошо. Блин, Массалия. Черт подери. Как же плохо вышло. Подожди, тебе, я думаю, столько наемников не надо. Тебе максимум... Тебе вообще вот столько хватит, ребят, тут. Нафига тебе столько много? Я даже вот эти войска уберу, чтобы в минусы затяните. Давайте что-нибудь скачнем там, я не знаю, вот это. Наймем отряда не можем пока, да? Денег нету. Так, ну вроде как проблемы решили. Вот этих бы захватить. У них же, по сути дела, три земли. Мы бы столько сейчас проблем решили. Не, еще в одну войну я влезать не хочу. Подожди, а у нас же есть право прохода с ними? Так, как-то... Ребят, право прохода есть у нас? Да, право прохода есть. Торговое соглашение, оборонительный союз. Что, давайте войска подводить тогда. Не знаю, ну не к ихним городам, а как-то обойдем, что ли. Хотя можно и к ихним под городам подводить. Если так уже, то надо будет и наниматься. Если уже идти на захват. Ну, после этих пацанов мы будем идти на захват, короче. Всех этих городов. Эти ходить не могут. Подожди, я там все нормально посмотрел. Тут войск у меня так в запасе не осталось.
солдат с генералами ихними. Вроде не осталось. А там? Тут я уже давно всех увел. Да, что-то наша пока экономика трещит из-за этих наемников. Вот здесь вот чувак на передовой сидит. Ему реально нужны будут войска. Айо. Дед, чувак, айо. Ты? Нет, не ты. Значит, где-то в Италии, да? Не ты? А кто тогда? Может, кто-то из вас? Нет, не из вас. Может, ты? Ты же там вроде как помогал им. Ай, короче, конец хода. Потом разберемся. Дед, айо. Неаполис. Что у них там, конница? Не, короче, ребят, забирайте. Мы это не отстоим. Чувствую, я пока зря влез в войну с Римом. Ну ничего, отвоюем, да? Они что-то тут скапливаются. Но Массалия пока что еще наша. Ну а там горит, блин, жесть. Надо будет потом деньги бухивать на починку этого всего. Это, как известно, затратно очень. 1004 так смело улетит, я думаю. Ух. Так, ну, по сути дела, в окопе. Да. У тебя там что за войска? У тебя там какие-то недобитки. Ну, есть и лучники. А у нас же конница. Конница лучная. Блять, конница не выстоит. Давай, отступаем. Черт. Рано я объявил войну. Мы тут хорошо в этом городе засели. Крепко, я бы сказал. А что здесь у вас? Так, стой, подожди. Дофига растрат что-то получается так лишних. Блин, все равно. Подожди. А если мы наемников возьмем все? Если вот так. Все равно что-то. Маловато для них, да? Не, подожди. 57. Ну, давай попробуем. Тяжело, но, блин, захватим, по крайней мере, с этого хода. Угу. Под
потрепали наши войска так знатно. Так, а вы кто? Ребят, мы же с вами заодно? А, нейтрально к нам. Кстати, подсвечены как красные. Ну, в смысле, не подсвечено, а... Ой, короче, неважно. Так, как здесь пройти? Что-то мне не нравится, что они тут с нашими городами творят. Вроде как пока и не нападают. Ёмочков уже объединим, что нам выгоднее только, да? Так мы тут нормально топовых пацанов можем нанять. А те можем нанять? Короче, и наемников своих можешь распустить. Вот так вот даже сделать. О, так, по деньгам тут мы как просели. А, во. Тебе, по-моему, боевой опыт, да? Я прошлый ход не распределил. Что там тебе? Что-то хорошее, да? Давай вот это. Тренируй. Что у тебя? У тебя все пучком пока, да? Дофиги еще просто наемников, которые вот вообще не сдались. Давай подводи войска сюда и будем наниматься. Окапывайся. Крепление. Вот, короче, тут и сиди. Сейчас мы с Римом еще разбираться будем. Прямую, как говорится, да? Ладно, я понял. Хай подходят, если смогут. А, обстановка накаляется. Ничего, отвоюем этот город сейчас. Обратно. Чтоб масса любую отвоевать. Вообще здорово было бы. Ох, Толоса, вы кто вообще? Ну, эти вроде как и сами справиться могут. Все, конец хода. Подожди, где-то у меня там восстание еще, я знаю, возникло. Какое-то небольшое, нет? Кто там голосует, а? Вслух. Так, эти что-то там мутят. Ну, там мне наплевать вообще, в принципе. Так, вы кто? Блин, общественный порядок падает. Должен расти. Да. Надо будет сделать перерывчик от войны. Блин, где там эти рабы? Вроде и не тут все. Или общественный порядок так зимой падает только. Здесь вроде пока бунтов не возник, не должно возникнуть. Подожди. Ты кто? А, чисто подсобрать армию тут. Вообще бы я армию подсобрал бы где-нибудь. Вот тут.
еще. Я бы кого-нибудь назначил сейчас. Это влияние, да? Найденыш. Все какие-то ненадежные, щитоносец. Партнеров для постели. Давайте я назначу. Ты вроде хороший чувак. Ебать, мы в войне. Военный союз, только ивланы с нами, да? Подожди. Ивланы. Корнулы. Или кто вы там? Военный союз. Гисти. Схерали. То есть вы нам говорите, да, вот идите на тех, да? Сами вот даже не хотят, да? Военный союз. Ладно, ребята, вам все равно осталось мало. Я с удовольствием вас потом захвачу. Трибли неправильно сделали, что свалили. А вот это уже что-то интересное, да? Кто у вас там? У нас мечники. Ну давай попробуем. Это что это мы? За всю серию ни разу не подеремся, да? Так не годится. Надо подраться хорошенько. Сюда еще наемников бы всунул каких. А, у нас еще гарнизонный флот есть, 240 человек. Нормально. Выбьем как раз тех гопников из этого нашего города. Только, кстати, очковали зайти сюда. Так, по крайней мере, у нас хотя бы люди вооружились. Слушайте. Да у нас все не так уж и плохо. Так, я забыл, как там. М? Нет, подождите, один. А, П. П, господи. Так у нас тут все по старой схеме, да? Эти чуваки, короче, будут их всех тут ждать. Просто линия, копье. Нет, давай. Давай линия. Такая плотная, давай. Генерал, ты вообще отдельно. Уж не обижайся. Так вот пускай будет. Генерал тут. Вы, ребята, вообще отдельный разговор. Вообще там для конницы предназначены. Если так по-хорошему судить. Ну а вы наша основная ударная, блин, группа.
лучников. Тут уж ничего не попишешь. Ну что, давайте начнем битву. Не знаю, что из этого получится. Ну, сольем, сольем. Так, как эти будут идти? Со всех сторон, да, я так понимаю? Ну, конницы у них тут нету, по сути дела. Она тут и не нужна им. Что можно не бояться? Что они там тут что-то сделают? Так, лучники. На огонь по готовности, да? Они в зоне видимости окажутся. Ладно, давайте вот вас вообще в один отряд туда объединим. И встанете как-нибудь тут дружно рядом. Не-не-не. Как-то, блин, покучнее. Вот так вот, все. The best. Что, давайте по-быстрому уже. Уже надоело ждать. Лучники, почему не стреляете? Давайте стреляйте. Блять, вы куда, дурные? Назад. Так и стойте. И огонь по готовности. Давайте. Сейчас же зарежу тут наших. Уж кольцо встать как-нибудь, я не знаю. Хреново, если они сейчас тут со всех сторон нас подожмут. Они лезут уже на стены. Сволочи такие. Стоп. Лучники. Вы, блин, что делаете? Что, давайте там уже, если залазите, то уже залазьте. Чё, серьезно, почти там покрошили их всех. Ладно, вы вот этих идите отбивать. По возможности. Так, стоп. Чё, пауза не нажалась.
Так. 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 Не, вы так. А вы... Тоже так. Лучники. Мать вашу. Давайте. Калечьте их. Всех. Без исключения. Ну уж нет. Давайте обратно. Идите. Туда, откуда пришли. Где-то на него напали. Ну-ка, давай-ка... Прикликни там на них. Дармоедов этих. Да, хреново тут все. Наши ряды дрогнули. Где наши ряды дрогнули? Ну-ка давай-ка выдели их там. Пока можешь. Ебать, лучники, вы что, дебилы что ли? Наши бегут с поля боя. Хереть, блять. Позор. Додумались. Надо было стройным кольцом так держать. Наши бегут с поля боя. Какой? Ну-ка давайте вот этих вот. Позор. Накажите. Все, давайте только быстро, а? За сырой. Опять какие-то дропчики небольшие, но не важно. Продолжаем нашу войну. Все отлично, эти вроде как... Уже не такие наглые, да? Все, генерал молодец. Стоп, теперь стоп. Давай... Блин, сюда. Лучники. Тоже сюда. Блин, если они сейчас захватят вот эту точку, то ей будет сложно отвоевать уже обратно. Враг захватил ворота. Хотя, если враг захватил ворота... Черт возьми. Кстати, подожди, подожди. А кто это тут прибыл у нас? В звании генерала. Майора, блин. Ну-ка давай-ка быстро сюда. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Не, блин, это изначально слив был. Все, короче. Наши
бегут с поля боя. Какой позор. Всем генерала ихнего шлепнем. Уничтожен целый отряд. Если сможем. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Все, короче, город мы сдали. Ну, начинали неплохо, конечно же. Ну, блин, войско, конечно, два раза больше, чем у нас. Ой-ё, подождите, я же, по-моему, забыл под подкреп. Ничего, отвоюем, в принципе, господи. Город этот. Ничего страшного произойти не должно. Да, молодец, молодец. Армия, которая один день существует. Завоевал. Хороший мальчик. Ретрит. Еще эти сюда прибыли. Афины? Давай. Афины. Будет больше денег в нашу казну. Что-то шпион их не там бегает по нашей земле. Угу. Ну что, еще отступим? Только убегаем последние два хода. Ну чё? В Риме трущобе? Угу. Я вас понял. Где там трущобы в Риме? Снести все это нахрен. Захватить. Все, Неаполис обратно наш. Пищу сделаем себе. Здесь, блин, чувака поставим. Собрать армию, наем. Давай в город сразу заходи. Нанимайся. Потиху. Потому что без тебя здесь не обойтись сейчас. Пиздец, город жгут. Нет, ребят, по-хорошему я вот должен пройти и дать вам пиздюлей. Что мне мешает? Вольки. Военных союзов у вас нету. Вольки. Well met, friend. Satan let your words move me to anger or agreement, as you wish of them. Низко. Я понял. Ну тогда извините, ребят. О, вы еще и с арвенами союзничаете. Нехорошо. С нашими-то врагами сотрудничать. Я и так пока не в настроении, чтобы тут с ними долго и нудно добиваться добрососедских отношений. Так что, ребята, извините. Идете-ка вы все далеко и надолго. Hail to the mother. How can I help?
Да, денег нету. Я знаю. Шо у вас тут? Как дела? Ничего. Разберемся, да? Что у нас есть? Так, ну ты уже назначен давным-давно, приятель. Здесь мы вроде так тоже подвоевали хорошо. Да, и скоро здесь восстание будет. Да, с Италией у нас тут пока все не очень складывается в нашу пользу. Смотрите, ребят, мы же по сути вас выжили уже. Вот вас точно. С этого хода не станет уже. В сути, одни убытки. Ну ничего, пускай город пока в руинах побудет. Массалия. Ты куда пошел? А, господи. У вас что? Я так понимаю, этот город мы уже сдаем, да? Чисто один полковой спешил идти на подкрепах. Ну все, довольны? Отхватили кусок. Сейчас и я его обратно отхвачу. Не, не сложно. Тем более вы сейчас это там почините, наверное, за свой счет. Богатый, наверное. Кстати, подожди, что это я на поводу тех чуваков иду? Почему мне просто не отказаться от тех войн, которые я поступал там? Из-за них. Ну-ка, ну-ка, давай-ка. Вынуждаешь, да? Ну что, сначала твоего генерала сделаем. Поставим на место. Там уже разберемся, да? Ну, сейчас два отряда. Придачу там еще третий, вроде как. Вроде как считается, что это наши союзники. Да, наемников у меня тут. Моих отрядов только сколько? Ну, 5 вместе с генералом, если считать. Генерал, с тобой у меня отдельный разговор. Серьезно? Жесть. Ёлки-палки, ребят. Защищайте генерала тогда уже. Ладно? Конница пускай сама делает свою задачу. Кого вы там убьете, блин? Сами там не убейтесь. Копейщики. Угу. То есть это тоже наземные войска, да? Так, это наземные. Дротики. Успехах. Легмасли, конные разведчики.
Ну, так понимаю, это близкий бой, да? Всадники. Разведчики. Разведчики. Хрен его знает, как посмотреть. Все, вон снарядами. Короче, вы будете в одном отряде, третьем. Вы будете, блин, ближниками, которые будут атаковать всех. Потому что будете не просто атаковать. Будете все сметать живое прямо на ходу. Но как бы это лучше провернуть так? Не-не, не колонны. А может быть и так. Какое колесо. Как-то так. Ну что, все остальные дальники, да? Вы будете, блин, основные отряд. Вообще впереди все планеты все будете скакать. Все уничтожать живое. А вы защищаете фланги. Ну как фланги? Будете рубашить, конечно же, в случае чего. Давай. Давай, давай. Им подходят свежие силы. Слушайте, а там у нас что? У нас нету наших войск, нету наших пацанов. С кем я здесь столкнусь? Копейщики, да? Давай. Бля, все. Бегом. Вы кто? Обзовитесь. Неважно. Сюда бегите. Так, первый. Не, подожди, первый. Второй. Так, следовательно, становится поширше. Третий отряд. Берете с собой еще этого пацана. То есть вот так уже будете стоять. Четвертый. Сейчас я тяпку куда? Стой, защищай. Ты вообще лучник там. Так что. Так что вот так. Четвертый отряд. Ну, все, давайте, побежали. Вот оно что. Генерал, давай-ка с ними объединяйся. Вот так вот становитесь дружными рядами. Так, четвертый отряд. У вас вся та же задача. Наша засада обнаружена. Лучники. Не, сюда. Если что-то неудачно совсем встал. Поэтому генеральская армия пускай подвинется. Еще дальше назад. А вот лучники хай выполняют свою непосредственную задачу.
продолжаем. Ух, ебать, подожди. Кто здесь? Понял. А тут кто? Тут у нас кто? Просто мечники, да? Хер его знает, как в этих лесах воевать. Подожди. Чё, давай. Мы обнаружили засаду врага. Еще отступим. Теперь сути назад давайте. Еще сюда куда-нибудь. Все, получили они от нас там знатно так. Мне бы генеральскую армию где-нибудь найти ихнюю. Вот было бы забава, да? Подожди. Лучники 5-й отряд. Вот этого еще примите к себе там. Встаньте нормально в ряд. Засаду врага. Мы обнаружим. Давайте быстро генерала их не разбрейте. Мы обнаружили засаду врага. Наши ряды дрогнули. Схерали. Давайте все тогда будут заниматься своей задачей. Окей? Вот что-то, походу, здесь уже интересно начинается, да? Врага. Подожди, это 4-й отряд. Бать, у меня ж конница тут в основном. Вас, ребята, вперед. Что-то я затупил вообще. Вот так вот. Конница, блядь, подожди. Вот вас вперед. Блядь. Как бы мне сейчас-то боком не вышло. Так, не 4-й, 3-й отряд. Давайте пока назад отступите.
возможности. Наша засада обнаружена. Вот, вот так вот. Ну и ж попробуйте. Четвертый отряд. Что с вами? Угу. Я понял. Генерал их не сломился. Бежим на подмогу. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Знаете, что это вы пешком идете? Ну, подожди. Снимайте вот этих. Вы кто? Ты кто? Снимай вот этих. Третий отряд. Тоже давайте по лучникам как-то отработайте. Вообще бездарное какое-то командование получилось. Абсолютно. Если я сейчас тут солью, я не удивлюсь. Съебать. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Бегут с поля боя. Какой позор. Ихние тоже бегут с поля боя. Все нормально. Блядь, что пешком? Влететь не можете. Слидер, блин. Собственно говоря, вот на этом месте у меня закончилось место на жестком диске. Я, конечно, дико извиняюсь, что так получилось, но... Я это заметил лишь после того, как закончил собой и закончила, собственно говоря, серия. Вот, я думаю, все-таки мы этот момент переиграем в следующий раз. Ну а с вами был Зазепа. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите продолжения. Всего хорошего, удачи и пока.